Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео. Просто хочу с вами, можно сказать, так поболтать. Ну, или я вам что-нибудь расскажу. А что я вам хотела сказать? Теперь у меня будут видео, другие, не такие же, но я буду снимать вот такие просто видео, как я с вами болтаю. Но не просто так, болтать, да, скучно. Нет. Я буду вместе с моей игрушечной кошечкой, она мне очень нравится, я всегда хочу с ней. Потому что она такая, знаете, вот, не знаю, как-то прям вот так приятно гладить. Вот. Кошка такая, у меня игрушечная есть. Это из мультика, Вольт, такой мультик есть. Вольт там про собачку, и у него пса-друг, кошка. Кошка, представляете? Да. И мне ее купили, когда мы ездили отдыхать однажды. Мне она очень нравится. Красивая такая. Но я ее где-то и в Москве видела, хотя обычно это где-то, продается не в Москве, а там вот в таких курортных городах. Поэтому я буду некоторые видео вот снимать. Вот, то есть вот я такая и кошечка моя. Если вам нравится моя любимая игрушечка-кошечка, то тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так, что я вам еще хотела рассказать? Помните, я вам хотела снять видео, как я буду в деревне. Я его обязательно сниму, если мы поедем. Ну, я не знаю, поедем мы, не поедем. Но, скорее всего, мы обязательно поедем. Поэтому вам, наверное, уже интересно, что это такая за река. Река таит всякие такие тайны. Ее даже иногда называли как, не сама река, а одно местечко там. Его называли даже, как-то, не знаю, дьявольское место. Господи, когда я это узнала, мне было так страшно, я ночами не могла заснуть. Ой. Это такое место называлось, потому что почти все, кто там проходили даже рядом с рекой, у них были неудачи. Я прошла рядом с этим местом, и я тогда в тот день очень, больно упала и ударилась. Вот представляете, прям вот в этом месте я упала. Не в этом месте, но я точнее дальше прошла, но как бы я проходила мимо этого места, и у меня потом что-то случилось. Ух, это было неприятно. После этого я вообще боюсь туда идти, но ради вас я, конечно же, попытаюсь туда пойти и заснять это место. А почему оно такое странное? Вы узнаете в видео, и я даже вам покажу. Там очень, правда, такая энергетика, прям, не знаю. Но там рядом можно купаться. Я там купалась в детстве, когда была маленькая. В принципе, все было нормально, потому что речка, она сама маленькая. То есть никакой опасности нет. Но говорят все же, что что-то там не так уж-то и ладно. Господи, мне уже так страшно рассказывать, моя кошечка хорошая. Так. А вам, наверное, интересно, будут ли My Little Pony, да, видео? Будут. А будут по теме, скорее всего, 1 сентября. Я надеюсь, что такие будут видео. А мне было бы очень приятно такое снять. Ну и я сниму. Я посмотрю, как у меня будет время. Я просто в деревню поеду. А там, сами понимаете... Я пони не беру, потому что... Нет, вдруг еще что-нибудь потерять, а вот я не любитель. Терять все эти вещи. Если удастся, то я вам могу даже снять видео, как я ночью хожу по деревне. Может, я в лес пойду, в лесу буду снимать. А там, в лесу, зимой, осенью когда-то, в такую пору, вот даже, может, сейчас, волки мигрируют из одной области в другую. То есть, представляете, прям вот могут мимо прям пройти участка, прям волки, дикие. Ой, не по себе. Но лисы там точно бегают. И даже лоси и олени. Ну, скорее всего, часто встречали олени, лоси тоже там пробегают, но так они пореже. Ой, это вообще все очень страшно. То есть, представляете, прям вот в лесу. Можно сказать, деревня находится в лесу. То есть раньше на месте деревни были просто леса, 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 леса. Я ходила в лес, там мы березовый сок весной собирали, вкусный очень, но все же мне было очень страшно. Змей там почти не видят, но там даже если не снесли, есть какая-то заброшенная
даже называется, как это, не фабрика, я не помню. А, какой-то коровник, что-то заброшенный. Не знаю, ну, тоже такое заброшенное здание, страшненькое. Если я туда пойду, хотя я сомневаюсь, что туда пойду, туда дорога дальняя, там много ос вообще, там кошмар. Я, если что, засниму. Там тоже, там прям вот идешь, и вот ощущение, как будто прям как вступаешь как в какое-то сральное место. Мне очень страшно там вообще ходить. Ой, ну, надеюсь, вы это посмотрите, так как если вы хотите это увидеть, то вы должны подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло оповещение о том, что вышло мое новое видео. И, конечно же, я теперь буду распаковывать не только всякие игрушки и покупки мои, но и, наверное, посылки, которые ко мне будут приходить с сайта AliExpress. И что я вам еще хотела сказать? Когда я буду в деревне, я говорила, что я буду снимать, ну, сниму эту заброшку, да? Я попытаюсь к ней подойти поближе. Вообще, буду снимать, как я провела последние дни в деревне. И видео, наверное, так и будет называться, типа, последние выходные лета. Не лето, а последние выходные. Ну, я посмотрю, как будет называться это видео. Но оно выйдет после моего, можно сказать, мини-отпуска такого. Выйдет после моих выходных. Поэтому вы все посмотрите, что я засняла. Если что, пишите в комментариях, что мне еще снять, какие видео, какие вы хотите видео. Напишите, я посмотрю и попытаюсь снять какие-нибудь, я не знаю, там, даже не знаю, видео. Какие-нибудь мистические, что-нибудь интересное, Майтл Пони, какие-то другие игрушки, например, Капрочий Дракон, там, что же еще, например, Монстр Хай, там какие-нибудь, не знаю, там, звери, я не знаю, а, например, обзор моей коллекции плюшевых игрушек, могу, кстати, снять, у меня их очень много, а самая моя любимая это кошка, и сейчас я вам покажу еще мою любимую кошечку, сейчас. Ну вот, это моя любимая кошка. Ее зовут Марина. Это моя кошечка. Такая вот красивая. Это тигрица вообще. Она очень большая. О! Она даже не умещается на мою место. Может, я буду даже видео снимать вот так вот с ней на фоне. Привет. Да. Ну, короче, хорошая она кошечка, хороший друг. Ну, вы поняли. Если вы хотите всякие мистические видео, крутые видео, смешные видео, какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь с игрушечками видео, да, то тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы к вам приходило оповещение о моих новых видео. И всем пока, увидимся в новых видео. Пока-пока-пока.